Волгодонские таланты продолжают покорять вершины победных пьедесталов. На этот раз мастерству танцовщиц студии «Жасмин-7» поддалась Чехия. Воспитанницы заслуженного коллектива попали в сборную России по билли-дансу и вышли на одну танцевальную площадку вместе с исполнительницами из Польши, Франции, Италии и других стран. С одними из лучших танцовщиц России сегодня встретилась моя коллега Ольга Трегубова. Русских танцовщиц видно издалека. К такому выводу пришли воспитанницы коллектива «Жасмин-7». Совсем недавно девушки представляли Россию на чемпионате мира в Чехии. На одну сцену с волгодонскими исполнительницами выходили солистки из Италии, Словении, Польши, Франции, Украины и Белоруссии. Российские участницы выделялись из толпы, причем выгодно. Русский белли-данс отличается своей техничностью и определенной манерой исполнения. Впечатления о конкурсе положительные. Мне очень понравилось как и в самой стране, так и на чемпионате. Я осталась довольна, получила очень много опыта. Сборная России самая сильная, и они сильнее всех себя показали на чемпионате. И я думаю, что в дальнейшем мы тоже не сдадим свою планку. Алена Никитина стала четвертой в номинации «Шоу». Здесь же, но в другой возрастной группе, отличилась еще одна воспитанница «Жасмин-7» Диана Шуклина. Сначала страшно очень стало, но потом я как-то прошла финал, полуфинал. Мне даже, я уже не боялась никого. В следующий раз только за победой поеду. Высоким результатом предшествовали и упорные тренировки. Обе участницы коллектива «Жасмин-7» не пропускали буквально ни одного рейтингового турнира в этом танцевальном сезоне. Опыт соревнования в России помог девушкам успешно станцевать за свою страну в Чехии и войти в десятку сильнейших исполнительниц мира. В сборную страны от нашей многонациональной, многонаселенной, многочисленной родины в каждой номинации попало всего 10 участниц. То есть это очень престижно. И я всегда верила в своих учениц, что город Волгодонск тоже может украшать пьедесталы чемпионатов мира и Европы. Исполнительницы продолжают совершенствовать свое мастерство, ведь танцевальный сезон в самом разгаре. Ольга Трегубова, Антон Набиев, новости ВТВ.